Итак, тема номер два. Ремонт лыж. Все, блин, и сразу. Как чувствовал, что надо идти в сторону дома. Вот. То есть лыжам 4 года. Полетели задники. Отлетели вот. Прошел буквально 3 километра. И слетает лыжина. Остается на ногах вот так крепление. Вот. Плюс заметил. Ти-динь. Носик. Вот, собственно, на этот случай выручает мультитул. Я главное не потерять болты. Ну, у меня отверточка, сейчас я наживлю. Блин, только не потерять. Хорошо, что я в снегу откопал, то есть шел по целине, вот здесь вот с реки шел, снимал вам спасение на воде. У меня улетели еще, я заметил пару скреплений вот здесь вот тоже. Болтики, вон, видите, они гуляют, они не должны так гулять. И хочу вам показать, что делать, если вы ломаете лыжину где-то вот здесь. Если вы ломаете в районе носа, то вы снег будете прям рвать, то есть, ну, врезаться. Приходится лыжину отрезать вот здесь, выкидывать и брать запасную. Если нету такой, то дело хуже. Ну, сейчас придем в мастерскую. В штаб я покажу вам, как что настраивается. Хуже обстоят дела с палками, но можно вырезать вот из ивняка опорную, либо вообще идти без палок. Ну что, погнали. Сильный налип на лыжах вот в этом районе, вот, несмотря на минус 2, вот, и снега накопилось много, тяжело было двигать, и сорвал поэтому крепление. Поэтому не забывайте очищать лыжи. Вроде проехали. То есть, чтобы вот, ну, видите, как улетают частенько, вот на этих креплениях у меня улетели. То есть нужно иметь с собой запасные саморезы, чтобы в случае, например, если нос отламывается вот здесь, то тут, по сути, запасной нос, ну, нос должен быть хотя бы один на группу. А если где-то лыжа ломается вот здесь, вот здесь, то она просто вот сломанной частью составляется сюда и прикручивается на саморезы. Если летит тросик, то вам может помочь паракорд, да, то есть можно как-то обмотать вокруг ботинка, закрепить. Других вариантов пока нет. Также вот пригождается в аварийном наборе зажигалка, но это вот опаливать и вот эти вот части опаливать, вот, если они тоже рвутся. Вот он у меня наполовину уже истерся. То есть мне надо его смещать. Не забывайте осматривать. Вот он, видите, протерся наполовину. Сейчас опалим. И я его немножко подвину, вот так смещу. Вот тут вот тоже вообще практически скоро лопнет. А это значит, надо будет новый мне шить делать. Вот. Ну, за 4 года, то есть вот он вот так вот вытерся, они не металлические, и под ботинки регулируются. Вот. Также, ну, какой-то специальный клей брать нет варианта, то есть я говорю, вот как запасной носик от лыжи. Вот мне вот тут вот прищепка пригодилась, вот, и такую поверхность не смазывают, она целая. Вот, заливать клеем, если есть какая-то небольшая трещина, которая будет сильно тормозить, шкурочкой зачищаете. Это все ремонт в поле. То есть я вот почему не ремонтировал в поле, потому что у меня 10 минут до дома, я дошел и уже не тяп-ляп, а нормальными инструментами делаю, то есть на базе. У меня вот постоянный ремнабор, то есть здесь вот нож ГАК-108, здесь есть и пила, и крестовая отвертка, и шило, и нож, то есть пилой можно отпилить сломанные острые концы, шилом можно проделать в пластике отверстие, наживить, чтобы саморезы, да, то есть, но саморезы ты в лесу нигде не достанешь, только если выкручивать вот пару саморезов отсюда, но конструкция будет ослаблена, я еще вот здесь вот держу запасные. Еще у меня здесь есть, ну, помимо фонарика, да, там костер можно развести там. Вот, у меня есть скотч армированный. Вот такой вот моток. Ну, лейкопластырь. Вот, ими можно в экстренной ситуации тоже что-то закрепить, да, чтобы уж окончательно не потерять.
В основном это ремонт ботинок. И вот нитки толстые. Толстая портняжная игла. Где она у меня? У меня их несколько разных. Вот они. Вот она большая у меня. То есть это я могу прошить что-то с ботинками, попытаться отремонтировать. Запас лески, запас нитки. Это все я могу, если дойду до охотничьего домика, там погреться и снять ботинки, просушить, заклеить, ну, зашить их. Потому что у меня были случаи, когда рвались ботинки, и в них набивался снег. То есть идешь, и вот прямо отсюда в ботинок по низу заходит прям, ну, неприятно очень. Собственно, больше у меня каких-то таких проблем с лыжами не было. Что касается вот использования камуса, то есть одевания вот сюда, я никогда не использовал его, хотя очень хочется попробовать при движении в горах. Есть вот еще вот нюанс, это вот заклейкой убирается, вот такие сколы, они потому что цепляются, дальше расходятся. Но как бы 4 года активному использованию лыж, то есть что вы хотите, по горной лесу. Итак, вот водостойким клеем заклеил нос, подклеил задники, сейчас вот еще на гвозди посажу, тут вообще бомбически. И вот, чтобы не вылетали саморезы, они вот такие вот по размеру, не глубоко, ну, не насквозь пробивают, да? Вот, то есть, как делают это альпинисты, они заливают тоже эпоксидку, но я вот попробую классический водостойкий вот клей. Мне вот надо будет сейчас вот сюда тоже вогнать и поставить на место старое крепление. Тут, я смотрю, тоже расшатались, я их усилил.